Поздравляю всех православных с праздником Троицы. Это день схождения Святого Духа. Это как Христос пришел в мир. Вот сегодня мы вспоминаем о пришествии в мир Святого Духа. И это Дух, который побеждает все злое на земле и дает нам всем силы творить доброе. И этот Дух почивает, живет в сердцах людей. И чем больше будет людей, на которых есть эта благодать Святого Духа, на которых снизошла, тем наш мир будет лучше, добрее. Это так важно сегодня, и особенно вот в последние времена, которые мы сейчас переживаем, это особенно имеет большое значение. Надо молиться Богу, чтобы Он послал нам всем Святого Духа благодать, чтобы мы могли творить добрые дела. Всего Господа.